Больше 600 тысяч украл у пожилого мужчины житель Гулькевичского района. Вместе со своей знакомой он ворвался в дом потерпевшего в селе Новомихайловском. Под угрозой расправы пара потребовала выдать все сбережения и телефон. Получив желаемое, разбойники скрылись, а о нападении пострадавший заявил в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников, домовладение их родственников в городе Армавире. Похищенные денежные средства и мобильный телефон полицейские изъяли у задержанных и вернули законному владельцу. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящий момент преступная пара находится под стражей по статье «Разбой». Им грозит до 12 лет лишения свободы. Кстати, для задержанного это будет уже не первый срок.